исброшена страница, но память не забудет никогда ушедших в небеса родные лица. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, с благодарностью Гиви Вахтанговичу Цимакуридзе были исполнены танцы «Самая» и «Далур Картун». Наш концерт, как и жизнь, продолжается. И продолжается танцем «Мохеури». Thank you.
Хореографическая зарисовка на волнах Черного моря.
Танец на тюрьме. Тушинский девичий танец. Thank you.
Танец Каздегури. Thank you.
Херсонский танец с саблями. Тарика Оба. Сам за зеленчом далеко.
девичий танец. Thank you.
Грузинский в них, нежнейшая песнь махевская и светящий, искрящийся вихрь. Все, что с дней седых, с незапамятных, в них огнем неуемным горит, это в танце все, как в орнаменте, в строгих линиях песней звенит. Thank you.
посвященный 65-летию со дня основания коллектива «Колхидры и Верия» подошел к концу. И эти ребята достойны бурных аплодисментов. Разрешите мне пригласить на эту сцену директора Центра детского творчества Свиблова Светлану Викторовну Уварову. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые гости. Знаете, этот вечер начался словами. 65 лет – это много или мало? Я могу сказать абсолютно точно. Для человека, наверное, это мало. Но для коллектива, который родился в стране, которой нет, который пережил лихие 90-е, который пережил неспокойные 2000-е и до сих пор радует нас искрометными танцами, это целая история. Я хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон основателю Ревазу Александровичу за то, что у него... Я хочу передать и вечную память Гиме Вахтанговичу, который в полном смысле слова отдал свою жизнь этому коллективу. Низкий поклон и огромные слова благодарности всем педагогам, которые на протяжении всех этих 65 лет отдавали свою любовь и умение этим замечательным детям, которые вырастили не одно поколение. За их высокий профессионализм, за их желание открывать в наших детях новое, дарить любовь свою, раскрывать их творческий потенциал. Огромное спасибо вам, наши дорогие родители, за ваше терпение и за вашу помощь. И, конечно, огромное спасибо нашим дорогим воспитанникам, которые имеют такое желание учиться, упорство, трудолюбие и желание стать намного-намного лучше, счастливее, красивее, умнее и лучше. Я прям дар речи потеряла. Простите. В день своих слов я хочу пригласить на эту сцену Татьяну Викторовну Бетгурмус и действующих педагогов и сотрудников коллектива «Ветер». Татьяна Викторовна. И в подтверждение своих слов я хочу передать благодарность коллективу и Вере от префекта Северо-Восточного окружного административного округа Беляева Александра Александровича за высокий профессионализм, преданность избранному делу и значительный вклад в творческое развитие молодого поколения в Северо-Восточном административном округе. Татьяна Викторовна Бетгурмус.
уже, наверное, доброй ночи, дорогие зрители. Во-первых, хочу от всей души поздравить Ревазу Александрович с такой высокой наградой и пожелать вам многие-многие года, чтобы вы приезжали, оценивали наш труд. Наверное, очень долго, но у нас никак не получается курс. Еще хочу сказать огромное спасибо в помощи в подготовке этого концерта Георгию Атаровичу Берзанишвили, нашего выпускника, солиста. Татьяна Владимировна Крама, нашего педагога, высшего художественного руководителя. Огромное вам спасибо, Татьяна Владимировна. Я вас очень прошу выйти. Спасибо огромное нашему ведущему. Он уже не первый год с нами. Но он наш родитель, поэтому обязан, как родитель. Спасибо вам огромное, Лаша. Еще в завершение я хочу сказать, что вообще не принято родители хвалить своих чад. Но я сегодня все равно скажу. Наши дети, Колхида и Верия, лучше всех. Почему они самые лучшие? Потому что у них самые лучшие педагоги. Спасибо вам, педагоги! Дорогие друзья, спасибо вам большое. Искупайте в овациях, пожалуйста, всех, кто стоит сегодня на сцене. Мы еще раз поздравляем основателя ансамбля «Верия» и «Колхида» Реваза Александровича Джанишвили на наши бурные аплодисменты. Всех бывших и настоящих участников ансамблей, всех педагогов, всех родителей. И, конечно же, руководителя ансамблей Татьяну Викторовну Бит-Корпус. Перемахова, Сакапеллос, Гаумар, Чарльз, Гаумар, Чарльз, Гаумар! До новых встреч! Спасибо!